Меня зовут Светлана Синицына, я специальный корреспондент ГТРК «Поморье» на канале «Россия-1». Что касается Омы, мы ездили туда по теме, снимали национальные игры ненцев. Это было зимой, да, это было зимой, и мы не ставили задачу снять еще что-то. Мы даже не знали, что мы можем там снять. И, естественно, что мы там были несколько дней, было время, ну и любопытство журналистское, вообще как живут ненцы, чем живут. И мы ходили, расспрашивали местных жителей, что мы можем еще снять у них. И познакомились случайно с Зинаидой Бармич, правильно я, да, говорю? И она сказала, а у нас есть дома старинные семейные реликвии. Ну, я думаю, почему не снять? Вот мы пришли в эту семью, она такая большая, многодетная, и нам показали то, что они хранят уже несколько, ну, даже не десятков, да, лет, а уже столетия. Мне тоже было интересно увидеть такую шапку, копор, как они называют. Что это, почему это? И они сказали, что эта шапка, она надевалась девушкой, ненкой, перед свадьбой. То есть я так поняла. А у них там все время холодно. Вот или не только холод. Может быть, это связано действительно с какими-то поверьями. Но я никак не думала, что через столько лет, слушайте, с этой шапкой мы снова будем разбираться.